На связи я, Юни, и сегодня я иду навещать своих друзей-кроликов. Они сказали, что их деревня очень изменилась с того момента, как я их спасла. О, что это такое? Лайки! А, точно! Перед началом видео поставь лайк и подпишись на канал, если не подписан. Если видео не понравится, лайк потом можешь брать. Давайте попробуем набрать 21 212 лайков. Так, а вот и их деревня. Вау! Это уже какой-то город, честно говоря. Я взяла немного гостинцев для них. Ох, заходим. Опа-па. Что? А, я кролик. Я... А подождите, что? Что? Я зашла сюда и стала кроликом. Ну-ка, стоп. Кажется, я становлюсь кроликом, который у меня нарисован на кофточке. Интересненько. Но я не против. Мне кажется, они меня не узнают. Так, ну и где же они? О, привет. Что случилось? На нас напали волки. Мама, на нас напали. Какая мама? Что? Я только что пришла в эту деревню. Какая мама? Что? О чем он говорит? Ты его мама. Когда я успела стать мамой? Ты знаешь, как это бывает? А, ладно, неважно. Побежали быстрее. Волки напали на вашу деревню? Да. А, ну каким образом? Она же защищена магией, как я поняла. Не знаю, они как-то пробрались сюда очень много. Где они? Где они? Давайте мы посмотрим на них. Может, мы справимся сами? Я вижу одного. Может, не надо? Так, и где они? Их слишком много, мы не справимся. Они кусают всех кроликов, и половина спрятались в домах, но еще какая-то половина сейчас в опасности. А, я вижу, что у вас дома все разрушены. Почему? Почему? Это же просто волки, они разрушают дома, или что происходит? Они магические, волшебные волки, они очень умные и коварные. В общем, если кто-то нападает на нашу деревню, барьер разрушается и дома вместе с ним. А, вот в чем проблема. Тогда нужно как можно быстрее с ними справиться, но я не знаю, что делать. И я тоже не знаю, у нас нет даже главного. Мы, может быть, это, ты будешь главной? Мама, помогите, пожалуйста, сделайте что-то. Ох, сколько сегодня было дел, и морковку собрать, и броню сделать. А, да, видимо, ничего не получится. А я хотела прийти просто погостить, вот вам еды принесла. О, морковка. Кстати, нас от нее уже тошнит, но спасибо. Вот, попробуй лучше это. Оу. У нас растет и такое. Но это же тоже морковка. Но она необычная, золотая. Она дает тебе... Иди в жопу. Вы предлагаете мне стать вожаком, но я только 2 минуты, как сама кролик. Я ничего не знаю. А, Юни, нам нужен вожак, потому что если его, у нас его не будет, тогда мы точно обречены. Ладно. Как же мы можем справиться с этими волками? Может быть, мечи какие-то или что-то еще? Кстати, точно. Вот эта вот вся магия, ее сделала бабка. Бабка? Да. Ее можно найти в горах Краснодарского края, то есть вот там. И что, она нам каким-то образом поможет? Я не знаю. Но стоит попробовать, потому что волки уже бегут сюда. А, бежим тогда скорее. Бегите, соседи. Выходите. Что, почему нельзя выходить? Потому что мы стали людьми. А, по-моему, ты стал эндерменом. Ну, неважно. Наполовину эндермен, наполовину человек. Так, короче, побежали. Волки сейчас придут. Если они пересекут эту черту, они станут оборотнями. Они станут оборотнями? О, господи, бежим скорее. Быстрее. Юни, она живет где-то здесь. Ну, как это где-то здесь? Вот в этом доме. Интересно, где же? Может быть... Привет, бабка. О, это что, ее муж? Неважно, это просто ее новый ужин. Ха, опять вы без меня ничего не можете. Что ж, вот вам волшебные палочки для защиты. Палочки магические, говоришь, Даш? Ой, правда, вот, смотрите, что есть. У меня тоже. Так. О, я могу летать теперь, вау! Значительный телекинез. Что это может быть? А, отпусти меня! Можно тебя запугать вот туда? Так, меня не должно быть видно. Что? Где она? Все, я убежала. Я вижу, ты получай. Ты что делаешь? Не знаю, я, по-моему... О, Мёрфи! Я знаю, что я делаю. И зачем ты пукнул? Она сама. Слушай, воу, я думаю, мы 100% должны победить волков такими магическими палочками. Вот если вы будете надо мной издеваться, я не буду с вами общаться. Ух ты, нифига себе! Ты понимаешь, что это значит? Это значит... Что мы сможем победить целую армию волков. Да, я так и сказала, погнали! Вообще-то это я так сказал, ну ладно. Какие же вы медленные. Выпендривается. Это ты его воспитал таким? Нет, я не знаю, он пришел сюда 2 часа назад. А как мне отсюда выбраться, я-то не умею летать. Пока! Вперед, ребята! Мы все сможем, все получится у нас! Вот, я вижу первую цель! Сейчас я спавню голема. Так, и он будет драться? И, опа! А! Глупый голем! Ты почему?
почему меня не спасаешь? А, куда его ведешь? Пошел в жопу. Как его отсюда убрать? О, точно. Волчок, иди сюда. Юни, мертвый. Я сейчас помогу, я его бью. А, отпусти меня. Давай, заклинанием его. Да вини меня. Давай, фигачим его. Я не знаю, я не могу его больше сдерживать. Отлично, у меня получилось. Ладно, тупой голем не хочет мне помогать. Тогда какой от него смысл? Не знаю, он большой и добрый. Добро? Если быть добрый. Будь добрей. Смотри, тут прям целая стая. Давайте, я нападаю. Юни, что ты наделала? Я замерзаю. А, прости. А, надо невидимость применять быстрее. Ты думаешь, она сработает? Да, меня не будут видеть, и на меня не будут нападать. А, на меня нападают. Я спас тебя. Может, его в воду помоется и станет добрым? Я так не думаю. Вот она стая. Давайте нападаем на нее. Отойдите. Я вам сейчас покажу такую способность. А ну, давай. Что? Это дождь из волков. А смотри, там еще трое остались. Давай еще раз. Так, ладно. Мы точно справимся. Отличненько. Эй, волки, идите сюда. У меня есть какая-то ловушка. Хоп. Ловушка? Отлично, да. И что эта ловушка делает? Я в ловушке, и я замедлен. Вот еще один. Ой, Юни, прости, я перепутал тебя с волком. Просто это тоже белое и пушистое. Но волки не пушистые, они грязные. Неважно. Сейчас мы освободим эту деревню. Я еще не совсем разобрался, как этим пользоваться. Да я тоже не очень. Голем, да хоть бы ты помоги мне. Вон, меня хотят убить. По-моему, меня хотят убить. Ну или тебя. О, что, как ты летаешь? Так, давайте ледяным шаром его, оп. Юни, у меня есть какая-то способность. Я нашел еще одну способность. А ну показывай. Смотрите на солнце. Что? Куда? Сыр, очень быстро теперь. Гигантский сыр, а может ты его можешь к нам сюда, чтобы мы его съели? На нас бегут, атака титанов. Ловушка, ловушка, делаю ловушки. Не делай их больше. Почему? Да потому что я в них попадаюсь. Кстати, смотрите, у меня есть какое-то землетрясение, надо попробовать. Может не надо. Вы живы? Ну ладно, ты убил волка. Да, но голем жив, это самое главное. Бесполезный голем. Так, мы со всеми справились? Ну, вроде как да. Хотя, возможно, и нет. Отойдите. Отходим, отходим. Я сейчас с ним разберусь. Ой. И правда. Что это за колодец? Его здесь раньше не было. Раньше не было? Не знаю, может быть, что-то стоит туда бросить? Может быть, кого-то принести в жертву? А, кто хочет? Никто не хочет, да? Не, никто не хочет. Может, тогда кинуть туда по цветочку? Может быть, оно дает. Давай попробуем. Так, одуванчик. Не получилось. Кстати, а что будет, если туда кинуть... Железо! Что? Ладно, окей, держи, мне как раз есть один кусочек. О, оно такое огромное. И оп, я сделала ночь. Что? А ну-ка, давай золото. А где Мёрфи, держи. Может быть, прыгну в колодец? Мёрфи! Мёрфи! Вытащите меня отсюда. Что с его голосом? Там еще волки. Где? Вон они. Бежим скорее, скорее туда. Мёрфи, мы тебя вытащим чуть попозже. Вот он. Вау, полетел. Отлично, да. Командная работа. Вот еще один, Юни. Этот какой-то странный. Это курица. А, да? Я подумал, что это динозавр. Зомби откуда? Да, они прорвали барьер. Точно, теперь тут будут монстры страшные. Давай, Юни, фигачь его, пока я держу. Мы прям как гопники. Я держу, а ты бьешь. Вот еще! Юня, меня бьет, помогай, помогай! И применяем! Юни, ты понимаешь, что с этими волшебными палочками мы сможем стать властелинами мира? Я думала, все кролики добрые. Ну, да. А? Но можно сделать этот мир еще добрее, когда мы станем властелинами мира. Мы будем порабощать всех. Да, везде будет пух, и вся земля превратится в милую пушистую, да. И тогда люди будут нашими рабами. Вы меня оставили в колодце. Нет, мы тебя хотели под... Том, невидимость. Покушать. Пока. Тебя видно, Юня. А, почему? Сами едите это яйцо. Ладно. Предлагаю посмотреть все наши способности и выбрать вожака из нас троих. Давайте, я выставляю кандидат. Подожди, с волками мы разобрались, то есть ага. Все хорошо. Подожди, а можешь день сделать? Да, конечно. Вау! Ух ты, красиво! Это очень красиво! А куда это небо убегает? Видимо, его способность перемещения времени сделала меня очень старым. Откаджак. О! А что это с ногой? Ой. Подожди, а ну-ка иди сюда.
О, так лучше. Что это я сказала? Это я сказал. Это я сказала. Неважно. Так, я вижу летучую мышь. Никого ничего не смущает. А почему? Видимо, из-за того, что они сломали барьер. Да, точно, теперь эта штука плохо работает. Надо ее будет починить. Давайте я покажу свои способности. Я умею становиться невидимой. А где она? Что там кого-то было на фоне? Также я могу стрелять ледяными шарами. О, снег. Откуда? Где она? Откуда она это делает? Иди сюда, призрак. Я тебя не боюсь. Ловушка. А, призрак злой, бежим отсюда. Вот это? А, плюется. Алхаба, Юни. И могу летать. Ее не спасти, бежим отсюда. Я согласен с этим. А ну, кто следующий? Я. Давай. Я умею летать. А ты не умер. Замедленное время. Теперь вы не можете двигаться. А, и правда, что? Меня так трясет. Дальше я умею делать. Ну, вы это уже все видели. Да, ты умеешь ускорять время. Ой, деточка, что ж ты наделал? Ай, делай больше так. Опять. Отлично, теперь ты нормальный. Две мои любимые способности. Опа. Камыши. А как ты выберешься теперь? Легко. Ну а теперь самая моя любимая. Пожалуйста, отойдите подальше. Ага, ладно. Курицу не задень. Не обещаю. Да куда? Бедный чикен. Теперь твоя очередь. Моя? Я умею вот так. Еще умею вот так и вот так. В принципе, а да. Палочка что твоя умеет? А, да, палочка, да. Вот так вот, например, призывает очень полезного голема, который будет вас охранять. На самом деле не будет. По-моему, он бесполезный. Да, точно. Также у меня есть способность телекинеза. Курочка, ты, видимо, переродилась. Пошла. Летает. Да, хочешь тоже? Нет, нет. Дождь и стрел, не знаю, что он делает. Вот как-то так это выглядит. Можно за то потанцевать там и попытаться сделать так, чтобы тебя не попало. Давай, я буду ловить. Ну ладно, давайте. Опа! Мёрфи, как ты это делаешь? Да ты косой. Ну, так же я умею делать вот это. Понятно. Да, я думаю, вполне себе. И самое главное, что у меня есть, отойдите подальше. Вау. Кто же из нас сильнее? Может, выясним это в битве? Я полечу, а вы сражайтесь. Почему сражаются два взрослых и один ребенок? У нас равноправие во всех смыслах. Подождите, ребята. Я думаю, у нас же силовое поле разрушено. Может быть, мы как-то его восстановим с помощью наших палочек магических? Ты думаешь, у нас выйдет? Да, например, что-нибудь используем в одну точку, и тогда вот так будет лучом вверх магия, и все засияет. Мы не в Гарри Поттере, Юни. Я не отдам свою игрушку. Да давай, я думаю, все-таки стоит попробовать. Держи чупа-чупс. Ладно, забирай. Нет, отдай ему, мы должны в одну точку. Давайте попробуем. Итак, раз! Два, три! Раз, два, три! Ух ты! Посмотрите на небо! Что-то происходит! Отлично! По-моему, все восстанавливается! Вау, очень красиво! Ночь меня немножко напрягает. Папка в чат пишет! Куда делась моя палочка? Моя превратилась в это. Это не похоже на волшебную палочку. Да, вообще не похоже, чертова бабка. Ладно, придется своими силами восстанавливать все это. Ну, на этом все. Мы погнали восстанавливать деревню блоками, кирками и так далее. Спасибо большое за просмотр. Надеюсь, вам понравилась наша семья кроликов. Папа Кролл. Всем пока. Ребенок Кролл. Всем пока. И я, мама Кролл. Я пожилой, Кролл. Ты не пожилой. Пожилой. Нет. Я сейчас это исправлю. Ох, рыбьи головешки.